И к другим темам. Купание в несанкционированных водоемах может быть опасным для здоровья. Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Пробы воды проводились отделом управления Роспотребнадзора на пляже в районе путепровода в Сухосоленовской балке в Новом городе Навы-9, а также по правому берегу Донского магистрального канала на 5-м километре. Во всех трех местах наблюдается несоответствие качества воды нормативу. Допустимая норма содержания в воде некоторых видов бактерий превышена. Спасатели обращаются к горожанам с просьбой не игнорировать предупреждающие таблички «Купаться запрещено» и проводить время в санкционированных для отдыха местах.